Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать мой личный чит. Да, кстати, кто не знал, у меня вышел свой личный чит. Вот. Сразу скажу то, что по функционалу и прочим функциям он особо не отстает от других читов. И в дальнейшем он, может быть, даже будет лучше, чем все другие читы, которые существуют на данный момент. Так, для этого переходим по ссылочке в описании. После этого... Здесь есть кнопочка «Скачать бесплатно». Нажимаем. Это окошко закрываем. Еще раз «Скачать бесплатно». Все, чит у нас скачивается, но у вас вот здесь вот, слева, в верхнем углу, может попросить разрешение. Если разрешение попросит, то нажимаем «Разрешить» и мы скачиваем. После этого загрузка дошла до конца. Нажимаем «Скачать файл». Все, чит у нас скачался. Здесь нажимаем кнопочку «Сохранить». И теперь смотрите. Сейчас вам покажу, как отключить уведомления. Так, у меня тут сразу антивирус ругается. Ну, в принципе, это все стандартно. На всех читах антивирус будет ругаться. Вот. Но сразу скажу то, что тут вирусов нет. Так, восстановить. Все восстановил. А также, если вы скачиваете, вы можете заранее отключить антивирус. Итак, смотрите. Чтобы отключить уведомления, которые вам приходят, если у вас Chrome, нажимаем сюда три кнопочки, то есть три точки. Потом настройки. Листаем вниз. Дополнительные. Настройка сайта. Уведомления. И листаем в самый низ. И вот здесь у вас разрешить. То есть разрешить это уведомление. Вот у меня тут есть один сайт. Просто берем вот так вот. Блокировать. И все. И вам уведомления больше не будут никогда приходить. Все очень просто. Так, давайте открываем папку с читом. Так, антивирус пока что закроем. Так, все, переносим теперь папку на рабочий стол. Так, все, готово. Теперь заходим в нее. И вот он наш чит. Открываем его. Все. По дизайну сразу скажу то, что, в принципе, довольно красиво смотрится. Ну, мне лично нравится. Также напишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно почитать. Так, давайте теперь заходим в Roblox. Давайте проверим, я думаю, на режиме Piggy. Значит, заходим, нажимаем Play. Ждем, пока у нас загрузится. Все, Starting Roblox. Сейчас у нас запустится этот Place. Так, все отлично. Давайте звук выключим, чтобы мне не мешал. Все, качество на максимум сделали. Теперь смотрите. Здесь работает автоинжект. Автоинжект полностью у всех будет работать. Даже, допустим, у кого в других читах не работает, здесь у вас автоинжект 100% будет работать. Вот это вот плюс. Так, давайте нажимаем здесь инжект. Может немножко подвиснуть, но ничего страшного. Так, ждем. Сейчас должно появиться Easy Exploit. Да. Кстати, DLL Easy Exploit. Но в дальнейшем, я думаю, поменяем DLL и сделаем свой личный. Так, давайте зайдем в Script Hub и покажу скрипт через Script Hub. Нажимаем Piggy. Так, все, у нас скрипт загрузился. И также, смотрите, тут есть кредиты, то есть кто создатель. Вот. И также здесь вот сюда, в эту панельку, вы можете добавить свои скрипты. Просто нажимаете на него. И он сразу у вас здесь появляется. Вы просто нажимаете Exclude, и он активируется. В принципе, все довольно просто. Так, ну давайте, в принципе, покажу чит. Нажимаем Play. Local Player. И NoClip давайте проверим. Ну, NoClip, в принципе, работает. Как видите. Так, выключаем. Потом SP Player. Так, вот мы видим игроков. Значит, здесь игрок, и вот там игроки еще. Так, это тоже работает. Выключаем. Infinity Jump, то есть Infinity прыжок. Давайте выйдем на улицу. Так, включим NoClip. Отключим. И вот, как видите, я могу прыгать сколько хочу. Все работает. Jump Power, это получается высота прыжка. Давайте сделаем на 114. Как видите, я стал намного выше прыгать. Отлично. И Walk Speed. Бегаю сейчас вот так по-обычному. Включаем. И, как видите, стал я бегать намного быстрее. В принципе, крутой скрипт, можете пользоваться.
А пиги, получается, здесь функция работает только если вы играете за убийцу, то есть за свинью. Вот. А так за игрока я вам показать никак не могу. Вот. Ну, в принципе, на этом все. А ссылочки все будут в описании. Можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Эйсбан. Всем удачи и пока.